Давай вертушку выкидай. Я вот так вот пошла туда за клубникой и вижу, что подожгли. Ну да. Пока не успела. А, да. А потом не испугалась. А тут она поджога. Тут был шифер, стреляем на подарок. Да уж пожар мы. Да, шифер-то стреляем, классный летит. Ну, по-любому кто-то поджог, она внутри горит, видит. Ну да. Это мой поджог. Ну пусть он просто тоже подвинуто, видите? Опять подожгли, думаю. А тут он заброшенный был, да? Да. Ну там бабушки. А, даже не пойду там горели. А там никого внутри нету, блядь. Ну залезь, посмотри, где окно, блядь, там нет никого. Вообще нормально. Удачный момент, я хожу за ягодой. Нормально. Херачит нормально. Давай хлебу пожарь, где картошка. Мясо у кого несите. Кого что есть, несите, хоть все просто так гореть будет. Ну, пожар не вовремя бывает, и проконтролируй, что правильно сгорело. Не, ну понятно. Ладно. Да везде, где рядом, сейчас они сюда подлетят, а вот туда отходить. А что в три? Скоро выйдет. Я посмотрю, как. Там бомжи жили, короче. Там были, там погорело. Ну да. А мы бежали. Да, навряд ли бы они, наверное, здесь были бы, но. А им смысл здесь, когда такой ответственность брать, сейчас на уши повешивают. Да вроде Иван Купала прошел. Жарный снимает. Сейчас, может, кого-нибудь вытащат, там трупы. Да нет, конечно. Ой, на заряд. Тебя под руками. Ну, и говорят, ну. Да, были. Ну, если бы они оттуда вышли, они здесь стояли бы, наверное. Да. Походу, там лежат. Скоро едешь.
Да не, скоро. Скоро, ну. Но откуда? Ты на той улице, где я прохожу. Давай, тут. Где я прохожу?